Вокалистку Алину Сотникову, чтобы исполнить небольшую миниатюру. Стой, как ее играть? Я тоже. Ну, у нас есть Алина. Алина? Всем привет, спасибо. Сейчас прозвучит композиция «Без слов». Это так называемая вокальная импровизация на Thank you.
Мы не репетировали эту вещь, поэтому это экспромт. Thank you.
Хорошо. А вот и сюрприз. И Питера. Женя, включайся. А поскольку микрофон, есть микрофон, поскольку Жека пришел, мы сыграем следующую тему Рубикон. Ночь с тобой следующая. Thank you.
жаль, что сегодня не смогли сыграть еще два коллектива, которые были, но, к сожалению, болезни и прочее сыграли свое дело, поэтому мы им шлем салют, спасибо, что они нас тоже поддерживали. Ну, мы немножко компенсируем их отсутствие своей музыкой. Мы можем еще поиграть? Можно. Не против? У нас осталось совсем чуть-чуть. Продолжайте. Да, сейчас мы во втором кругу сыграем. Да, у нас не такие длительные номера, конечно, как у Genesis, но... Но ничуть не хуже. Но ничего. Спасибо. От и до. Станислав Рыбинский, бас. Анвар Иисламов, барабаны. Евгений Брылёв, гитара. Сергей Бочинев, клавиши. Спасибо. Следующий номер, который мы исполняем, называется «К Урании». «К Урании». О!
чуть-чуть добавить или в зале нормально на клавишах? Басовым барабаном, да? Охренел. Которые будут играть дальше. Спасибо огромное. Следующий сет будет сольный, моно, и я попрошу поддержать исполнителя, потому что это очень круто, играть одному небольшой сет. Друзья, спасибо огромное.